Глава города Владислав Пинаев принял официальную делегацию чешского ХЕБа, находящуюся с визитом в Нижнем Тагиле. Со старостой муниципалитета Побратима, история дружеских контактов, с которым насчитывает более 50 лет, обсуждались вопросы укрепления сотрудничества. Сейчас, наверное, мы должны выработать какие-то совместные решения, как нам взаимодействие между нашими городами улучшить, потому что немножко так они приостыли тут. Я думаю, что в любом случае те добрые отношения, которые вот были нам переданы, они сохранятся. И, в общем-то, мы найдем, каким образом нам нашу дружбу, скажем так, еще укрепить. Причиной охлаждения во многом стало принятие западными странами антироссийских санкций после событий 2014 года. Владислав Пинаев отметил, что при налаживании связей в первую очередь следует ориентироваться на человеческие контакты, а не на политическую конъюнктуру. По мнению старосты ХЕБа Антонина Яловица, наиболее перспективными для совместной работы являются сферы туризма, культуры, спорта. С ним согласился глава Нижнего Тагила. Визит чешской делегации продлится 3 дня. Во время встречи гости получили приглашение присутствовать на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 300-летия нашего города.